Всем огромный привет, я безумно рада приветствовать вас на канале, и сегодня мы будем строить, опять же таки, по новому дополнению «Экологичная жизнь», но на этот раз будем строить дом. Экологичный дом, в принципе, все логично, ничего другого, я думаю, вы от меня и не ожидали. В дальнейшем, конечно, будут разнообразные строительства, но пока меня хватило только на дом. Мне было очень интересно что-нибудь попробовать построить именно вот такое. То есть я изначально вообще так-то, честно говоря, планировала сначала построить все квартиры, а уже потом перейти к дому, но что-то, знаете, я потом уже в процессе, получается, строительства пошла, набросала квартиру и поняла, что нет, наверное, все-таки дом сейчас у меня в приоритете, и вот вы его видите. Я не могу сказать, что это супер огромный дом для большой семьи, конечно, нет. Во-первых, потому что здесь не такой большой участок, и, как бы, ну, сами понимаете, большой дом на маленьком участке не особо разместишь. Я целенаправленно выбрала маленький участок, чтобы не строить огромный дом, а чтобы построить что-то такое средненьких размеров, как я люблю, собственно. Для кого этот дом, я прям вам 100% сказать не могу, но он не очень большой. Здесь нет как таковых изолированных комнат, только ванная. Все остальное — это большое открытое пространство, без каких-либо дверей, перегородок, стен и всего подобного. Мне как-то очень захотелось сделать такой просторный открытый дом, чтобы он был максимально светлым, большим именно ввысь. Там очень много больших панорамных окон, вы это потом в дальнейшем сможете все разглядеть и увидеть. Поэтому я как-то, вот знаете, вот таким вот образом думала, и не хотелось ставить много различных стен, перегородок, каких-то, не знаю. В общем, мне хотелось одно большое единое пространство, в целом, чего я и как бы и добилась. Естественно, при строительстве я использовала также мебель из нового дополнения и также мебель из игры. Вот, из разных дополнений, каталогов, игровых наборов. Опять же таки, это дом без дополнительного контента, поэтому он подойдет абсолютно всем. И тем, кто играет с допами, и тем, кто без допов. Вот, поэтому можете спокойно его скачивать и не думать о том, что а как же мне там быть с допами, допы мне не нужны. В общем, да, можете спокойно качать и играть в удовольствие. Я тут на самом деле вчера... У меня такой был, знаете, разгрузочный день. Я вчера практически не сидела за Симсом и в целом не сидела за компьютером. Вчера у меня прям, знаете, как-то совсем не было настроя. Хотя вообще, честно говоря, планировала построить этот дом еще вчера. Ну, как бы я его вчера часть-то и построила. Вот, но уже доделывала сегодня. Вот, непосредственно перед озвучкой, перед монтажом всего этого дела, я его достраивала там, сохраняла, какие-то детали добавляла, в общем, доделывала всякую мелочевку уже сегодня, хотя планировала сделать вчера, но, знаете, видимо, после недельной такой вот, скажем так, усталости, накопившейся действительно за неделю, потому что прошлую неделю ролики выходили абсолютно каждый день, и как-то, знаете, я так подвыдохлась, и вчера я поняла, что нет, мне нужен разгрузочный день, и я вчера прям целый день практически не сидела за компьютером, только с утра чуть-чуть, ну, так в обеденное время, и знаете, что я сделала? Я поиграла в новое дополнение, посмотрела вообще на всякие новые функции, на новые предметы, на какие-то новые навыки, и что я могу вам сказать? Не знаю, честно говоря, наверное, все-таки это не для меня, потому что я не настолько сильно люблю играть в Sims, сколько люблю строить в Sims. Вот это вот действительно про меня. Если я играю, то я отыгрываю, знаете, какие-то свои сюжеты, не там, не вот эти вот игровые, типа Strangerville, я так его до конца и не прошла, хотя сначала я хотела это сделать, но потом поиграла и поняла, что это слишком долго и муторно, и мне реально очень лень и впадло это все дело проходить. И я все это дело забросила просто в долгий ящик, и так и не прошла этот Strangerville, не излечила город от этого материнского растения. То же самое произошло и с этим дополнением. Я вчера просто зашла сначала на таких эмоциях, ой, классно, новые предметы для навыков, поделала свечки, поделала шипучки, использовала этот компрессор для мусора, или как он называется, создала там какие-то объекты типа ковров, там, да, ну, этот навык производства. Немножко походила по городу, соответственно, посетила коллективное пространство, пытаясь продать все свои штуки, типа шипучки, свечки, еще там что-то. И как-то вот, знаете, не знаю, возможно, просто я такой человек, и я не особо люблю что-то проходить, вот это вот улучшать, крафтить, ну, вот. Мне это немножко не особо близко, короче. И вот я не осталась супер в восторге. Мне показалось, что это нудновато, все как-то долго.
И что я заметила, кстати, что персонажей в этом городе крайне мало ходит по улицам. Есть, конечно, но вот так, чтобы прям было огромное количество персонажей, такого нет. И меня как-то это немножко напрягло, потому что хочется, чтобы персонажей было чуть больше, чтобы город казался более живым. Вот. Если в Сан-Мишуно, там и в других городах постоянное скопление народу, в какой бы район ты ни приехал, там просто огромная куча людей собирается. Там, не знаю, человек, наверное, по 20 может в одном месте стоять. Допустим, если в Сан-Мишуно я выхожу со своими симами на баскетбольную площадку, то все, там сразу куча детей, там сразу куча симов, стариков, и все что-то делают. То есть здесь такого нет. Я вчера просто пришла на коллективное пространство, и там просто один сим копался в мусорке. Это все, что было как бы на этом участке. Хотя там были места для продажи. Там, естественно, была мусорка, вот эта вот доска для голосования, там еще что-то было. И как ты знаете, а народу-то нет вообще. То ли это потому, что город пока еще не измененный, он грязный, типа люди неохотно выходят на улицу, то ли я не знаю, в чем проблема, но я вот так вот увидела. Ну, возможно, чем чище воздух, тем больше симов на улицах. Не знаю. Возможно, это так. Напишите мне, потому что я всего чуть-чуть поиграла. Если в целом сказать, то неплохо. Навыки дополнительные появились, это классно, можно изготавливать свечки, можно как-то крафтить какие-то предметы. Мне очень понравилось изготовление шипучки, это очень интересно. Собираешь фрукты, ягоды, потом все это дело туда запихиваешь, он делает тебе шипучку. В общем, это в принципе достаточно неплохо. Производить какие-то свои товары, это классно, которые потом в дальнейшем можно продавать. Вот. Но именно как вот взаимодействие с городом, вот эти голосования, которые там только в пятницу начинаются и нужно ждать. Нужны вот эти вот баллы, как же они называются-то, боже мой, я не помню название этих баллов, но, короче, которые ты отдаешь, голосуя. Их тоже нужно зарабатывать каким-то способом. В общем, конечно же, есть коды, с помощью которых можно спокойненько себе прибавить кучу баллов, столько, сколько хочется, и ничего страшного. То есть все. Прибавил и голосуй себе, пожалуйста. Точно так же можно не обязательно голосовать и делать все это дело с помощью кодов, и что, собственно, я вчера ее опробовала, улучшила там парочку районов, получается. Но как-то, знаете, единственное, что меня порадовало, это дома, которые вот эти вот с квартирами, они реально становятся гораздо симпатичнее после улучшения. Они прям суперские становятся. Там появляются классные окна, классные двери на балкон. Само чисто здание внешне становится очень красивым и симпатичным. Это меня порадовало. Вот из улучшения это прям реально классно. То есть город становится более симпатичным. Где-то появляется больше зелени, деревьев, каких-то лавочек. Ну, в общем, чего-то вот такого. И это классно. Но вот сам этот процесс, что это все очень долго, я вчера это сделала с помощью кода, чтобы просто посмотреть на эти улучшения. И поняла, что в принципе так меня устраивает, и сама я это делать совершенно не хочу. Вот код есть, и как бы и ладно. Вот. Но там, кстати, не все можно с помощью кода, по-моему, улучшить. По крайней мере, все у меня улучшить вчера не получилось. Возможно, должно пройти какое-то время, либо нужно еще что-то потыкать. Короче, я не знаю. В общем, я сегодня опять ударилась в обсуждение о дополнении и про дом не сказала ни слова, но я думаю, что, в принципе, вы видели все сами. Тут особо комментировать нечего, потому что, ну, я думаю, что многим надоедает слушать одно и то же, что я вот каждый раз озвучиваю только конкретно по постройке. Хочется какого-то рассуждения моего касаемо той или иной темы. Поэтому вот учусь рассуждать, скажем так, и разговаривать на какие-то темы, отстраненные от построек. Вот, как-то так учусь. Я не претендую здесь, знаете, на титул самого лучшего рассказчика, конечно же, нет, я прекрасно знаю, что у меня с этим все очень плохо и туго, я плохо могу разговаривать на какие-то отдаленные темы. Понятно, что допустим, с молодым там человеком или с какими-то близкими мне людьми я могу разговаривать абсолютно на разные темы и поддерживать разговор, мне как бы труда не составляет, но вот так вот сидеть и в микрофон что-то рассказывать, для меня это немножко трудновато, но я этому учусь. Вот, поэтому уж не знаю, может быть, со временем научусь и буду разговаривать более свободно, более охотно это делать, ну, в общем, как-то так. Вот, вроде бы про дополнение сказала все, никаких нюансов не забыла, но в любом случае могу сказать, что это такое, знаете, первое впечатление, я не сильно много поиграла, потому что меня просто выбесило, что очень долго приходится копить эти баллы, очень долгие эти голосования, в принципе, улучшать город это очень-очень долго, проще отключить эту функцию и получить сразу красивый, хороший город и уже наслаждаться его красотой и видами.
не знаю, возможно, я вообще отключу вот это влияние коследа, ну, то есть вот этой экологии на города, не знаю, потому что я, в принципе, крайне редко играю в Sims, вот прямо играю-играю, а если играю, то мне не особо до городов там и всего остального, я отыгрываю какие-то свои сюжеты и истории, то есть чисто с персонажами взаимодействую, с городом, как правило, не так сильно. Мне это не так интересно, в общем-то, да. Но в целом дополнение классное, потому что пришла новая мебель, пришли новые возможности, всякие разные установки для навыков. В общем, это клево. Понравилось мне делать свечки, понравилось мне изготавливать шипучки. Еще бы это дело все хорошо продавалось, и было бы вообще классно. Вот. Я не знаю, кстати, можно ли там продавать через интернет. По-моему, должна была прийти такая функция, либо это я путаю с каталогом нарядной нитки. То ли это тогда должны были добавить этот, как он... типа Авито, я не знаю, не помню, как оно называется, в общем, то ли это только добавят, либо уже добавили, что-то я не знаю, надо посмотреть, вот, а так, в целом, все вот эти вот штуки, которые вы сами себе делаете, шипучки, свечи, там, что там еще, это плохо продается, именно вот на вот этих выставочных стендах, это реально очень плохо продается, не знаю, может быть, я просто вчера так поиграла плохо, и у меня не получилось. В общем, я еще попробую поиграть, по крайней мере, заставлю себе это сделать, чтобы у меня сложилось более четкое мнение про дополнение. Ну, а вы, конечно же, напишите в комментариях, поиграли ли вы, и как вам вообще дополнение, что вам понравилось, что вам не понравилось, может быть, чего бы вам хотелось или чего вам не хватило в этом дополнении. В общем-то, пишите все свои рассуждения, размышления на тему нового дополнения, мне будет очень интересно почитать. На этом я, наверное, буду потихоньку заканчивать. Конечно же, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новых и интересных видео. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, потому что именно там вы сможете скачать абсолютно все мои постройки, которые выходили на канале, и эту в том числе. Для того, чтобы скачать любую мою постройку или персонажа, вам просто необходимо вступить в группу ВКонтакте, если вы этого еще не сделали. И после этого вам откроются абсолютно все мои загрузки, а то есть альбом галереи. А еще, если вам не сложно, вы можете поделиться этим роликом со своими друзьями, для того, чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну а на этом у меня все. Я всех благодарю за просмотр. Всем до скорых встреч и всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах.